Всем привет, меня изъяли велик и сейчас еду пешком. Снежана с Коляном поехали вперед. Вот, мы договорились встретиться на точке. И сейчас я иду просто пешком, потому что у меня стыбженный велик. Вот, такие дела. 4 км еще идти, пройти нужно. Если по дороге не найду еще один свободный велосипед. И да, я опять на коне, я спионерил чей-то велик опять. Это как-то так работает. Кто-то взял велик у тебя, ты взял велик у кого-то, все. Все, погнали, сейчас догоним Снежану с Калином. Быстро. Как обычно, ждем Снежану, чайку. Как обычно, ждем Снежану и едем дальше, да? Да. Итак, выезжаем к выезду из города, к автобану, чтобы там ловить машину. В общем, приехали, велики заныкали вот здесь вот. Вот в этом месте. Коля со Снежаной пошли уже стопить. Я просто решил заснять, показать, где они стоят. Может, кому понадобится. Пока я отдыхаю, ребята голосуют. Я на релаксе. Голосуй. Короче, у нас сегодня первая машина на сегодня. Моя тактика сработала. Приехали в Stone Forest, да, или как там? Stone Forest. С ребятами сейчас идем, мы ищем Wi-Fi. Посидеть, погуглить. Как можно сюда проезд бесплатно? Вот, и сейчас ищем каменный забор, через который там можно перелезть. Или как, Колян, там все работает? Да, примерно так. Ну, короче, да, и каменный забор перелазим. И мы почти оказываемся на территории каменного леса. Вот, погнали. Колян, разведка пошел в бой. Хуй его знает, вернется, нет. Короче, выступаем по классике. Нельзя просто так взять и не пролезть под колючей проволокой. Сейчас Колясик передает свой рюкзак и лезет сам. А мы шепотом разговариваем, кстати. Тут очень все слышно. Так. Давай, Колясик. Ниже, ниже, ниже. Снежа там застряла. Да, упала. Снежа упала, короче. Вот так. Тимутон. А еще здесь, сука, пиздят много. Все, мы пробрались в лес. И сейчас что-то будем здесь смотреть. Искать место для палатки, возможно. Там все здесь переночевать. Уже можно говорить вслух, я думаю. Мы же туристы, заплатили, которые бабки за вход. Ну, какие-то камни, да, есть. Чё-то тут присутствует. Но не впечатляет. Здесь, конечно, написано, что нельзя лазить, но... С колясиком лазим, короче, по всяким дебрям. Тут прикольно внутри. Но мы хотим залезть наверх. Полезем наверх. Полезли. Так, вот на что мы наткнулись в каменном лесу. На каменный лес? На каменный лес, да. Здесь
очень здорово. Уже как бы время подходит ко сну, я так думаю. Нам нужно будет скоро искать ночлег. Снежа, скалолаз, полезла. У нее сейчас памяти не хватит на самый последний кадр. Короче, качество видоса будет не очень, потому что уже темнеет, камера не особо не снимает так хорошо, как хотелось бы. Ну, в общем, вот каменный лес. Вот там колясик снимает что-то. Вот туда. А как слезть? А просто. Тут даже есть какие-то пещеры. Ух ты. А, не, я боюсь. Там, если там через... Что же в этих пещерах есть? Ух ты, блин. Я все равно не пролезу, наверное. Не, слишком узко для меня. А вдруг... Обязательно ходи. Что, стоящая вещь? Да. Вон! Такая же, как здесь, да? Нет, там попиже. Ага, и что вышло? Ребята расстилают палатку. Ну, вас все равно не видно, вы не, не вижу. Так, короче, ой, извини, Снежана, извини, Колян, что заслепил тебя. Короче, мы здесь... Делаем чай, да, кипятим воду и погреем гречку. Воду, окей? Yes, окей. Ты не видел этот видос? Наверное. Ну, ты сейчас поедим, мы ляжем спать, завтра пойдем по каменному лесу с утра. Все классно.